Почему вырубает эфир? Ну что такое, а? Ну что, побежал я. Так, предыдущая моя зарядка для хвоста. Мне посоветовали не разговаривать. Это у меня микрофон. Советовали не разговаривать. Сбивается. Сбивается дыхание. Тем самым увеличивается нагрузка на сердце в том числе. Кстати, чуть позже я у себя на канале, в Телеграме, онлайн-чек, в Фейсбуке, откуда вы смотрите, выложил информацию о том, что со следующей недели откроется, это он так сказал, это цитирую практически его слова, градообразующие, по-моему, предприятия города Чебоксары. Ну, тракторный, конечно, да, градообразующий. Короче, эти предприятия откроют. Работа на них начнется. Вот тракторный, Лара, Химпром новочебоксарский и какой-то электроавтомат, что ли, по-моему. Получается, они встречались с руководством этих предприятий. Естественно, они поплакали, сказали, как мы можем такому количеству детей, людей обеспечить сохранение заработной платы. Потому что такой объем денег. А что у маленьких предприятий, у которых 3, 4, 10, 20, 50 работников. Руководство тоже же надо как-то изыскивать. Средства, возможности, жирок. Вот, блядь, им сидите нахуй дома, а этим можно. Безобразие. Если открывать, нахер всем. Садики типа откроют для этих товарищей. А ты, дядя Юра, сиди дома с детьми и уходи в минус. Вот, худею заодно. Так, 830 метров сегодняшней тренировки. Ну, по общей статистике, по стране там тоже не совсем все однозначно и положительно. Сколько уже там? 5 с лишним тысяч заболевших. Лидер Москва. Естественно, там самые матерые живут.
у которых больше всех возможностей тусоваться по заграницам и привозить говно, коронавирус, звонит прямо в эфире, занят я. Да. Жирок скоро закончится. У самозанятых, у ИПшников, у частно практикующих, у шабашников, коих чуваши, мам дорогая. Каждый день колонны маршруток шли на Москву. Гастарбайтеры ездили. Разбивались, погибали, кидали их. О, кстати, комментаторы вон там с мозгами. Тоже говорит, разговаривать нельзя. Большой брат следит. Следит всегда, мам дорогая. Благодаря смартфону эта цепочка выстроилась давно. Звонки. Не ответил на звонок. Все, значит, залет какой-то. В стране тоже надо по этому пути идти. Не ответил на звонок, значит, ты где-то трешься. За пределами квартиры, где тебя изолировали. И параллельно гелок отцу на этот звонок. Километр 260. Ничего, буду молчать. Вы что-нибудь пишите. Не буду сбивать ритм сердцебиения. Но ваше присутствие, в любом случае, просмотр, это фактически групповая зарядка. А когда вы больше, чем один занимаешься спортом, это дополнительный допинг и возможность доказать и себе, и остальным, что у тебя все ровно. Поэтому я с вами. В прямом эфире. Один бы, может, я валялся на диване. Паскаль. Музыка нравится. Полтора километра, чуть ускоримся.
Так, чуть-чуть сброшен до семи. Что-то скрипеть начало. 2 метра 80, 800. На шестерке скрип есть, 6,5 нету. Так, товарищи, не бросайте меня. Можете не смотреть. Но если я вижу, что вы там сидите, это меня стимулирует до конца выполнить сегодняшнюю задание. Так, 40 метров 30 до 2000 километров, 2 километров. Мне еще штука останется. Так, 300 метров ускорено на девяточке. Скинул на шестерку. 250 метров. 2250. Татьяна Григорьевна меня смотрит. Так, благодаря вам я дойду до конца. Добегу. Свой маленький микромарафон сегодняшний. 2330.
от каких-то жалких 600 с небольшим метров. Кстати, 23 минуты уже моих телодвижений. Два с половиной, еще 500 метров. Два 600 вчерашних. Двести 70 метров осталось. Я их легким шагом пройду. Два 770. Так, чтобы резкой остановки не было, 220 метров, пройдем легким шагом. Сидим дома и тренируемся. Паскаля включу под завершение. Так, 150 метров осталось. Прибавлю чуть-чуть. Thank you.
на шестерке. Длинные шаги в такт музыки. Семьдесят 60 метров осталось. 50. Сорок метров. Тридцать. 29 минут. 2:99. Стоп. Ну что, может, на весы? А? Ладно, сейчас жалоб. Вон у детей тоже проблема. Видео стырили. Семьдесят 9,4. Так, было 79,9. Ну что, 500 грамм. Все норм. Ладно. Берегите себя. Сидите дома. Занимайтесь спортом. Занимайтесь с детками. По возможности. Не разводитесь, Христа ради. Терпите все. Хозяйство скоро закончится. До свидания.